Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и я, Эдуард Петер. Сегодня мы с вами попробуем работать с одним аддоном, он называется Ювелькрафт. Вот он. Вот я его нажал, открыл. Это аддон, который позволяет работать быстрее с всякими разными ювелирными изделиями, чем обычно. Но, к сожалению, ставится, начиная только от 2.80, раньше 2.76, по-моему. Но мне пришлось установить 2.81, чтобы хоть как-то его загрузить. Но он немножко глючит, и посему я вот сейчас вам продемонстрирую, в чем дело. General, да? Я открываю. И вот он говорит, что наша сцена не поддается правильному скалированию. Поэтому, если у вас появится такая штука, обязательно нажмите, иначе у вас все размеры будут неправильны. Или милипиздрические, скажем так. Итак, мы пошли сюда и сказали, нам нужна курва. Скажем, вот здесь ring size и скажем 7 пока что. Вот так. Нажмем ОК. Вот она появилась. Но до этого надо брать вот эту штуку. Так. И скажем Fieldcraft опять set units. И говорим, вот выбрали. Вот у нас теперь есть такая штука. Хорошо. Проблема в 2.8. Почему-то здесь не работает ни левая, ни правая кнопка мыши. То есть все приходится делать на, допустим, выключить я могу Alt Shift. Это не могу. Alt A. Вот, А, правильно, Alt A. То есть выключил. Если я кликну, ничего не получится. То есть А выделяем. Alt-A. Убираем выделение. Хорошо. Следующая наша задача — создать шинку. Но здесь проще. Мы здесь возьмем с вами mesh, возьмем куб. Вот так. И эту штуку раздвинем по оси X. Сначала где-то примерно так сделаем. Так, посмотрим сбоку. Скажем, что она будет сильно толстая, поэтому S по Z. Вот так будет достаточно. Вот так. Вот это и будет наша шина. Она, проблемка в том, что у нее нет полигонов. И, конечно, согнуть ее будет невозможно. Для этого делать Ctrl R. Вертите колесико мыши и создаете вот такие, целую кучу количества полигонов. Чем они будут ближе к друг другу, тем, естественно, будет мягче это. Вот так. Все. Дальше. Нам надо обернуть его вокруг этого кольца. Далее мы с вами пойдем в аддон, возьму аддон вот этот, о, так, и он спросит, вокруг чего, мы скажем, вокруг сайта. Вот он это дело обкружил. Так, вот насчет стретча. Здесь есть стретч, да? Мы можем это сайт. Давайте посмотрим, как он ее собрал. Куб. Вот.
Собрал, собрал вроде бы, да? Так, хорошо. А далее нам надо с вами поместить вокруг вот этой штуки. Мне показалось, что она слишком длинная у нас получилась. Из-за этого получилась такая пяка. Я сейчас удалил лишнее. И вот здесь, что важно, у меня теперь здесь нет этих полигонов. Отсюда. Их надо удалить вообще как было. Так, ну что, давайте еще раз попробуем. Аддон, скажем, курва. Ну, курва, скажем, сайт. Пойдем объект мод. Видим, что она ее все правильно обогнула. Отлично. Вот. И теперь мы можем сказать, или она внутри будет, или снаружи. Вот, давайте пускай она будет снутри у нас, так? Берем вот это. И теперь мы видим, что у нас можно ее соединить. Для этого существует stretch. Вот так. А здесь мы говорим, по какому он будет, по внешнему или по внутреннему. Мы сделаем по внутреннему, оставим. Так. Хорошо. Вот оно у нас вот в таком виде появилось. Замечательно. Теперь нам надо по кругу расположить диаманты. Эти, да? Пойдем вот сюда. Скажем, вот 1 миллиметр, диамант. Окей. Вот он появился здесь, диамант. Немножко маловастенькие, но ничего, мы его увеличим, если нам надо. Давайте. S. Вот так. Ну, этот сейчас мы можем убрать. Опля. Стоять. Скажем, сначала куб play. Вот так. Теперь это нам не нужно. Мы ее можем удалить. Так. Здесь у нас стоит диамант. Мы должны будем с вами еще раз сделать так, где у нас объект, еще раз курочку заделаем. Окей. Вот она у нас тут находится снаружи. Выберем теперь еще и куб. Нет, куб нам не нужен. Нам нужно рунд вот этот и сайз выделить. Вот эти две. Так, где у нас находится курва скейтер? Вот. Он у нас появился, этот скобы. Ты и разбросал нам все эти автоматом. Так, rotation. Мы сейчас попробуем. Куда? Нет, такой rotation нам не нужен. Пускай он здесь 0 будет у него. Так. А где у нас offset? Нет. На тильт. Опа. Еще раз. Так. Это тильт, конечно. На 90, минус 90. Скажем, минус 90. Это что такое? Минус 90. Окей. Смотрим размер. Можем его, конечно, утопить. Абсолютно офсет. Но пока нам это не надо. Так, мы можем, вот видите, расширить и где-то мы посадим вот так, к примеру. Так. Теперь, скажем, старт у нас будет. И это у нас будет. То есть, где он у нас закончится, где он у нас будет. Так, нельзя ли как-то сразу наверх его? Можно. Давайте будем наблюдать по оси Y. Да? То есть мы можем вот с этими вещами регулировать, как у нас будут
располагаться наши камушки. Ну, допустим, вот так пускай они располагаются впереди. Да? Давайте посмотрим. Да, все хорошо. Отлично. Теперь нам нужно поставить так называемые пронги, да? Вот они. И здесь с ними тоже можно поработать. Допустим, я хочу 4 углы, 4. Я хочу их развернуть позицию, да, поменять. Вот так. На 45 градусов. Да елки. 45 я сказал. 45. Так. И видим, что они, между ними расстояние должно быть поменьше. И сами они должны быть поменьше. Вот так еле-еле сюда втели. Так, может быть, диаметр у них должен быть маленький. Вот такой, аккуратненький. Так. И, в принципе, вот для нашего колечка вполне этого достаточно. Может быть, крутовато. Ну, да, ладно, мы с вами это сотворили. Так. И теперь сохраним. Так, напишем кольцо, первое кольцо у нас получается сейф. Теперь я открыл 283 альфа, вот оно у меня, да, и сейчас я отсюда заберу это колечко. Так, где оно у нас? D, Blender, файлы. Что много? А, кольцо. Так. А почему он не смог прочитать? Интересно узнать. А, сейчас мы посмотрим, почему он не мог прочитать. Так, пойдем сейчас опять в этот 281. Уж его надо по-особому. А, да, надо было колесо 1 взять. Кольцо 1, да? Так, сейчас я посмотрю, есть ли у нее какие-то ограничения. Вроде никаких нет. Ну, во-первых, это, скорее всего, надо... или удалить. Да, я думаю, это нам уже не нужен делит. Опа, он вместе с этим и удалился. Молодец. Так, то есть курву надо превратить, в общем-то, в mesh, я думаю. Где у нас? Надо ее в мышь превратить. Я думаю. Только после этого она будет работать. Так, объект. Я уже привык к тому, что правая кнопка мыши работает как... мышь. Почему не могу здесь вот именно это делать? Это мне, конечно, раздражает немножко. Так. СНЦД. Не важно. 2D, 3D. То, что здесь я не вижу возможности превратить ее в мышь. И это мне странно. Вот видите, правая кнопка не работает, левая не работает. Кто работает? Только средняя кнопка.
Так, если кто-то знает эту проблему, хорошо, если он об этом скажет трансфо. Так. Буду искать сейчас. Так, объект. Вот конверт я нашел. Кура в меш. From mesh. Нет, в принципе, не то. Это тоже не то. Ничего не изменилось. То есть она что-то психовала, психовала, потом открылась. Так. Конверт у меш. Нельзя превращать в меш. Видите, что творится с ним. Так. Хорошо. Нет, так нет. Что мы с вами сделаем? Мы сейчас должны поработать с кольцом, потому что я попробую сначала Ctrl-2. Ctrl-2 нет. Тогда я попробую сначала его сказать, что давайте мы сделаем следующее. Так. Попробуем Bevel ему применить. Bevel он не хочет. Я так и думал. Тогда сделаем по-другому. Пойдем в Edit Mode и возьмем вот здесь. То есть мы сейчас хитрим. Вот так. И Ctrl-R. Две штуки. Растянем их по оси Y. Вот так сделаем. Так. Теперь здесь. Ctrl-R. Две штуки и растянем по оси. Нет, секунду, растянем вот теперь по оси Y. Вот так. Так, а здесь мы с вами тоже сделаем самое. Ctrl D 2 и растянем по x, да? А, растянем по... Нет. Так. Теперь по z. Без z. Нет. Сделаем так. Ctrl-R. И вот сюда его. Хорошо. Здесь опять Ctrl-R. И сюда. Отлично. Здесь опять. И все работает, все кнопки работают, как бы я уже привык к этой ерунде. Так, и здесь Ctrl-R. Так.
Ну вот теперь попробуем, ребят. Если мы попробуем сделать Ctrl-2. Эти, стоп. Эти, назад. Если мы перейдем в объект мод и скажем Ctrl-2, то он, конечно, тут наделал целую кучу, да? Но нам этого мало. Давайте мы пойдем еще в Subdivides. Скажем, здесь 3. Здесь 3. Я почему-то не могу избавиться от этих. Странно. Давайте сейчас мы уберем Ctrl-2. А просто пойдем в Modifier и скажем Surface. Так, вот сейчас уже лучше объект мод. И теперь скажем Smooth. Тем не менее, она здесь неровная. Это, конечно, странно. Интересно. Это странно, странно, странно. Это надо как-то где-то найти, чтобы этого не было. Я сейчас сделаю так. Ctrl-A. Ну, Shift-A. И возьму сейчас цилиндр. Переверну его по оси. Сделаем здесь вообще вот 40. Так. Перевернул по оси X 90. Странно. Итак, мы перетянули сюда наше колечко, и теперь тут спокойно работаем со всеми нашими. Сейчас посмотрим. Ctrl-B будет он. Да, будет хорошо. Ну, 3 можем сделать, да? Здесь, здесь, Ctrl-B. Тянули вот здесь 3. Вот так хорошо. Далее идем в edit mode, объект mode. Так, все хорошо, красиво вот здесь выглядит, отлично. Так, и теперь пойдем сюда шейдинг. Я думаю, что нам надо просто металл сделать, здесь сделать белое. Здесь тоже без, очень синеватая. Розницу уберем. Чуть-чуть осталось. Спекуляр добавим. И будет у нас такое серебряное колечко с красными. А может быть и не с красными. Давайте с синими сделаем. Вот с синими, я думаю, поблагороднее будет немножко. Вот так. Да? Так вот. Синие. Хорошо. Теперь пойдем моделинг. Давайте маленькую сцену сделаем, да? То есть мы возьмем план. План. Ого. Ничего себе взяли план.
Где тут? Где кто? Так, что, где она? А, вот тут у меня сейчас еще план. Вот какой-то здоровенный. Ну-ка, посмотрим сверху. Да, как-то огромно получился. Так, сейчас мы его объект мод выделим, уменьшим. Вот так. Так, а здесь сейчас, ну, вы помните, как мы делаем обычно. Вот это выделяем, это выделяем, нажимаем E, тащим наверх по оси Z, получаем такую вот, коробочку, где мы тоже Ctrl-B нажимаем и делаем с колесиком много-много таких. Чтобы у нас был, если мы объект вот зайдем и скажем shade smooth, все, оно у нас теперь засмузилось. Так, теперь мы возьмем, выделим вот это все и давайте мы будем rotation делать. О-хо-хо-хо-хо. Так. Если мы только это возьмем, начнем rotation делать, то мы освободимся вообще от всего. Так, значит так, надо взять это и вот это, еще куб захватить. Ну, все просится что-то. Ну ладно, мы его так сделаем, да? Пока так. Пока. Где-то нужно и play нажать, мне кажется. Чтобы это прекратилось все. И здесь я нажать. Так, это нам не надо, в общем-то. Хорошо, давайте пока не буду мудрствовать. Пока мы вот так сделаем. Вот так. Так, камера у нас есть, давайте по нулям посмотрим. Ну вот она вот так выглядит. Единственное, что я бы сказал, что давайте квадратный сделаем. Ну, скажем так, 800 на 800 нам и пока хватит. 800. Так, хорошо. Вот так мы сделали. Но я забыл в шейдинге, нам еще надо сделать композитор. Нос. Тут найдем сейчас Ctrl-A, denose, denoise. Вот она, и поставим его сюда. Это будет гарантия, что он будет убирать. Так, дальше идем в моделинг. Вот так у нас это выглядит. Посмотрим, сколько нам нужно. Так, в сайсле. Рендер 128. Ну, я думаю, хватит 128. Тут 800, 800. Здесь, скажем, нормально. Это Z уберем. Ну, вроде все. Давайте теперь включим F12 и посмотрим, что у нас получится. Правильно? Если мы не хотим вот этих жесткостей, да, я сразу прерву сейчас. Нам нужно будет убрать вот этот цвет. Непонятный. Удалить этот цвет, да. А здесь посмотреть. Ну, тут у нас все нормально. Так, давайте здесь посмотрим, что у нас здесь за HDR стоит. Так, ну давайте попробуем. HDR другой какой-нибудь поставить, да? Допустим. Ну, давайте вот студийный поставим, да? Студийный поставим. Так. И сделаем следующее еще. Подождите. Я сейчас возьму все-таки перейду в Edit Bitmode. И скажу, что мне надо все-таки кусочек света.
Find. Вытащим его. Откуда мы смотрим? Вот отсюда, да? Камера у нас здесь. Вытащим G. Вот ее сюда. Так. Поднимем. Плюхи. Так. Потом, скажем, свет у нас будет какой-то странный ват. Скажем так, ну пускай будет 1000 ват. Так. И никаких он не должен шадов. То есть не отпускать. Вот так, сейчас пробуем еще раз. 12. Светленько что-то получается. Перебор явный. Явный перебор, ребята. Так, мы делаем, допустим, 200 всего ватт. И еще раз включаем. Нет, это нам не нужно уже. Так, давайте сейчас 12 включим. И это даже много, мне кажется, да? Смотрите, как она выбеляет тут нам все. Что ж такое-то? Так, блин, это понятно. Где у нас? Вот это, да? Скажем, 10 тогда. Это впервые встречается мне такое, что по 250 миллиметров, по-моему, меньше. Мешает. Мне кажется, он сейчас свалится. Сейчас уже лучше гораздо, но мне отражение не нравится. Тут явно и зонтик видно, а так все вроде бы хорошо. Давайте поменяем еще. Давайте поменяем, на какой нам его заменить, на что. А вот тут такой есть, вот такой есть. Может быть, вот этот взять или вот этот. Давайте попробуем вот этот и этот. То есть тут опять идет экспериментаторство, да? Все понятно. И в 12 ждем. Так, ну вот так уже, то есть в фотошопе там можно доделать, но я такой, чтобы я заменил вот этот белый, допустим, на какой-то такой серенький голубой, серо-голубой, не гнаться за того. Это вот такой мы возьмем цвет пока. Так, отражение уберем у него, вниз оставим, пускай он будет такой шероховатый, даже можем по полной сделать. И давайте F12 нажмем, подождем. Так, мы понимаем, что мы с синим переборщили. Окей? Хотите, но мне хочется сюда поставить все-таки свет. Попробуем опять же, ну-ка. Ctrl. И вот. Вот. И давайте наверх его. Уже ничего не менять, просто по Z наверх. Вот так. И еще последний раз делаем. Ну что, это можно делать вечно, ребята. И каждому из вас может понравиться какой-то свой вариант. А не тот, который я делаю. Правильно? Поэтому дождемся сейчас последнего нашего рендеринга.
Вот так он выглядит. Вот это, я думаю, от угла нашей формы. Так. Ну и в принципе, если это доделать в фотошопе, то все будет нормально. Все, ребят, на этом заканчиваем.